Минуточку! Что это за красотка? О, это же я! О, посмотрите на весь этот беспорядок! Это что за тумбочки? Ты уверена, что хочешь еще чипсов, Эмма? Давай наберем еще калорий! Ха-ха-ха-ха! Эй, хватит издеваться! Привет, Эмма! Ты что, моя диета? Да, лови! Вау, моя диета – серьезная девчонка! Наверное, стоит ее послушать. Пошли, у нас кардио! Эмма на диете, но во сне можно делать что угодно. Голод – очень мощная штука. Даже во сне. У нас тут, похоже, лунатик. И этот лунатик хочет есть. Найти вкусняшки. Впусти меня, о, холодильник. Ты уверена, Эмма? Ты мне потом спасибо скажешь. От еды по ночам растет живот. Ладно, я дождусь утра. Никого нет. Это мой шанс. Иди ко мне. Что-то не так. Хочу есть! Съесть все! Что происходит? Пора мне и брокколи спасать ситуацию. Уйди, диета! Оставь меня в покое! Фу, это просто сон. Брокколи меня не достанет. Эй, от нас так просто не уйдешь. Какой классный свежий хлеб. А теперь займемся начинкой. Эй, холодно, мне это не нравится. Добавим немного мяса и зелени. И не забудем про сыр. А сыр и впрямь очень хороший. Обед готов! Ах, как здорово, что можно начать с нуля и выбрать любой макияж. Например, дерзкую красную помаду. Здорово! Эй! Ненавижу это! Может, больше повезет с ресницами? Ах, какой красивый цвет! Вау! Я падаю! Нет! Опять кисточка меня подвела. С меня хватит. Но мы не специально. Вы за это заплатите. И я знаю, как это устроить. Вау! Кажется, это челлендж со съедобной косметикой. Я первая. Нет, я. Пусть решит судьба. Кто первый хрустальный шар? Готово! О, смотрите-ка, это же я! Вау, сколько разных теней! Надо попробовать их в действии. Как думаете, мне пойдет желтый? Почему-то не получилось. Точно! Это услада для рта, а не для глаз. Что я пропустила? Ого, зацени! Я всегда обожала тени. Щекотно! Какой прекрасный оттенок розового. Ничего, если я поставлю на паузу. Я бы не отказалась от перерыва. Вот так-то. И зачем ограничиваться глазами? О, да, сделаем кое-что совершенно иное. Как вам синие усы? Круто! Пора возвращаться в реальность. Стоп! Как тут без зеркала?
это смотрит на меня? Я монстр! Как так вышло? Даже не знаю. Без понятия. Как странно. Да, пора обедать. О, отличный тортик. Мне нужна салфетка. Хорошо, положу-ка сыр на хлеб. И про мясо не забуду. Вот, дорогая, сэндвич для тебя. О, спасибо, он выглядит таким вкусным. О, рада, что тебе нравится, дорогая. Эй, ну и чем, по-твоему, ты занимаешься? Кто это? Твоя подруга? Ой, да, просто тень. Начну-ка я резать торт. Обед просто невероятный, и он становится только лучше. Вот, идеальный кусочек. Это мне, остальное тебе. Вау, спасибо огромное, это будет фантастика. О, да, на вкус очень классно. Глазам своим не верю. Хватит лопать торт. Эй, ты меня слышишь? Эй, эй, эй. Послушай меня. О, она вернулась. Даже не думай есть торт целиком. О, извини, говорят, что мне нельзя есть целый торт. Что? Кто сказал? Кто тебе указывает, что делать? Эй, оставь ее в покое. Или хуже будет. О нет, надо убираться отсюда. Ха-ха, она спугнула диету. О, так хочется есть. Вот бы сейчас съесть такой бургер. Нет, на этом канале пицца. Что? Стейк? Откуда? О, какой прекрасный бутерброд. Кажется, телевизор меня ненавидит. О нет, она плачет. Все в порядке? Ну-ну, не плачь. Неудивительно, что ты в плохом настроении. Телек больше тебя не расстроит. Он тебе не друг. Все, больше никакой жестокой рекламы. Хорошо, с этим закончили. Пойдем со мной. Время пришло. Весь день я тебе думала. О, да, это нечто. Что это за белые штучки? Стукну как следует. А! А? А откуда там дырка? Мой зуб! Что же делать? Как думаете, заметно? К стоматологу! Срочно! Как раз такой химикат мне и нужен. Приветик! Эта штука выглядит... интересно. Ничего, если я добавлю это? И немного мятных конфет, конечно. Я слышала, так получится много пузырьков. София! Только не это! Полезай внутрь, малыш. И последняя. Красота! Эй, что за шум? Нет, осторожнее! Мои карты! Упс, виноват. Зови меня Ми. Так держать, Ми. Ты все сломал. Как-то слишком много пузырьков. Это вообще помогает? Надо было сделать хоть что-то. Салфетку? Я тут уберусь, не переживай. А вот и роллы. Боже, какие свежие. Приятного аппетита. Я всегда нервничаю из-за палочек. Окей, держу крепко. Эй, ты куда это тыкаешь? О, ну же! Я сказала нет. Вы что, издеваетесь? У меня нет на это времени. Вилка? О, это того стоило. Итак, сделаем тосты.
Два кусочка в самый раз. Готова, подруга? Вау! А? Да-да, как делишки? Ага. Да ладно. О, как тут тепло. Сейчас мы подрумянимся. Да, а потом что? Скоро мы будем готовы, да? Уже почти. Прыгаем вверх. Прямо сейчас. А? Тосты. Я перезвоню. Ненавижу, когда такое происходит. Слишком отвлеклась, наверное. Самое время пообедать. Есть тут что-нибудь? Слишком здоровая еда. А тут что? Ну уж нет. Я вижу мираж. Это же настоящий подарок от богов сладостей. О, как же я скучала по вам, ребята. А где все конфетки? Вы, должно быть, шутите. Вот это облом. И все из-за диеты. Мой ящик со сладостями. Чуть не забыла. Нужно только убрать всю пленку. Открывайся. Ну же. Это просто нелепо. А если так? Я как будто снова на тренировке. Отдай мой шоколад, ну же! Дурацкий пластик! Ну все, вы меня вынудили. У меня получилось? Я вас умоляю! Я буду голодать вечно. Хотя... Я нашла свое спасение! Дыши спокойно, малышка. Никакой силы воли. Поверь, тебе это не нужно. Сладости – зло. О, да! Умри, шоколадная паста, умри! Похоже, получилось. Попробую открыть ее теперь. Поверь, я ради тебя старалась. Да, ты отлично справилась. Ау! Ненавижу эту глупую диету. Для начала надо разогреть мышцы. И раз, и два... Черт, приседать не так уж и просто. Фух. Перейдем на пол. Вот это мне больше нравится. Раз. И два. У меня уже пресс горит. Три. Кажется, на этом все. Переходим к самому сложному. И планка. Держись, ну же. 9 секунд, а по ощущениям уже 60. Мне нужен перерыв. Кажется, я сожгла 5 килограммов. Да что ты. Вот он, момент истины. 54? Не так уж и плохо. Мы еще посмотрим. Минуточку, что происходит? 68? Я набрала больше 10 килограммов? Давай, Эмма, еще один подход. Это просто несправедливо. Вкусности на подходе. Пора проверить, что нового в Инстаграме. В сочетании с чипсами идеально. Эй, не могу нащупать. Они что, все на дне пачки?
Надо достать хотя бы одну штучку. Ну же, давай! Отлично, мне достались только крошки. Я так просто не сдамся. Кевин против пачки чипсов. Бой начинается. Похоже, дела у Кевина плохи. Вот тебе, мистер Чипс. Меня не победить. Сработало. Ну, конечно. Нужно просто протолкнуть их повыше. Продолжайте, пока не дойдете до самого верха. Отлично. И больше никаких крошек. Бум. Никто не помешает мне есть вкусности. Итак, что там у нас? Что за странный звук? Похоже, мне надо надеть боксерские перчатки, да? А, он такой милый на этом фото. Он напомнил мне кое о чем вкусном. Да, о помидорчике. Может, поцеловать этот помидор будет все равно, что поцеловать его? Эй, она меня хочет поцеловать? Вам поразило, что я это он? Но это не так, ведь я же помидор. Оу, а это было довольно приятно. Уж точно лучше, чем оказаться в салате. Можно мне тебя поцеловать? Ей понравятся эти цветы. Что? Теперь она его целует? Это нечестно. Так, посмотрим. О, печеньки. Эх, ну как же так? Она пустая. Здесь должно быть кое-что съедобное. Ага, кукуруза. Полезай-ка в микроволновку. Думаю, пару минут хватит. Вау, это так прикольно. Да, карусель. Здесь так тепло и уютно. Мне нравится. Ух, это что такое? А, на мне какая-то штучка. Что ж, пускай. Оу, что со мной происходит? Эй, а мне это к лицу? Куда делось тепло? Снаружи кто-то есть! Новая серия такая смешная! Да, особенно финальная сцена. Ау! Можно поосторожнее? Ну, это хотя бы интереснее, чем лежать на тарелке. Можно сказать и так. Что интересно будет дальше? А помнишь тот момент, когда лошадь упала? О, как такое можно забыть? Оу, теперь еще сильнее трясет. Эй, может, выберемся отсюда? Как тебе идея? Выход здесь. Надо только подождать, когда он откроется. Приготовьтесь, наш шанс на побег. Сейчас или никогда. Раз, два, три. Мне здесь так нравилось. Не могу. Это так смешно. Готово? Поехали. Камень, ножницы, бумага. Опусти руки. Я первая, ладно? Хватит. Давай уже. Хорошо. Да ладно! Целая тарелка аксессуаров для волос. Начну с розового гребешка. Ничего сложного. Вау! Твои волосы! Что? О, какая красота! Всегда мечтала о радужных волосах. Не может быть! Это конфета. И очень вкусная. Я тоже открою. У меня тут тоже кое-что классное. Ау! Это же просто пластик. Не повезло тебе. Знаю, надо расчесать волосы. Это займет время.
Ну же, отдай! Отдай! А! Мои волосы! Расческа их вырвала! Луна! Какой облом! Хочешь ленточку? И что мне с ней делать? Ешь, глупая! А, это конфета? Ммм, как вкусно! Эники-беники ели вареники. Смотри! Вау, какое стильное! Совсем как у принцессы. А где отражение? Ну же, Венди. О, ну конечно, это шоколад. Ням, молочный, мой любимый. Повезло тебе, а у меня что? Какое классное зеркало. О, ладно, вот, ты довольна? И что в этом смешного? В него кто-то вселился! Да ладно, успокойся! Ну что ты, не дуйся! Это спасет твое настроение! Вот, держи! Ну что, вкусно? Надо спрятать вкусняшки под одеяло. Отлично. Большая куча вкусняшек. Идеально. Никто не узнает, что они тут. Это уж слишком очевидно. О, вот решение. Кровать слишком просто, но вот под ковер никто смотреть не будет. Давайте, вкусняшки, ваше новое место. Да, никто не проверяет ковер. Вот же ж, не помещаются. Конечно, шкаф. В него могут поместиться даже львы, ведьмы и английские дети. Давайте вот сюда. О нет, она идет. Проверка тайных запасов. Посмотрим, прячешь что-нибудь? Ты выглядишь подозрительно в последнее время. Тут ничего. А что, если я проверю коробки? Хм, ничего. Что насчет кровати? Ты там любишь все прятать, верно? Ну, хорошо. Постой-ка, тут что-то не так. Мне поможет рентген. Рентген? Это еще зачем? Поверить не могу. С дороги. О, нет! Мои вкусняшки! Как ты могла? Я просто люблю поесть. О, так хочется есть. Сейчас бы бургер или бутерброд побольше. Диеты рядом не видно. Обратимся к сладкой заначке. Идеально. Стоп, секундочку. Облом, здесь только обертка. Тут должно быть что-то. О, это может сработать. Черт, и тут ничего. Эй, что-то нашла. Иу, ужасно. Это была ошибка. Ну почему у меня не везде еда? Может проверить вот здесь? О, нет. Ауч. В этой мышеловке даже сыра не было. О, боже, я что-то нашла.
Иди сюда, зернышко. О нет, она идет. Надо спрятать. Ты опять ведешь себя подозрительно. Ладно, выплевывай. Я знаю, у тебя там что-то есть. Окей. Вечно ты все портишь. Вот, разве тебе не лучше? Нет, не лучше. Я просто хочу есть. Может, хотя бы понюхаю. Какая интересная серия. О, этот кусочек выглядит аппетитно. Да, как вкусно. Доставка. А? Я никого не жду. А, это мой парень с цветами. А я только что съела лук. Есть жвачка? Сойдет. Надо перебить запах. Осталось только пожевать. Гуляй, гуляй, луковая вонь. Кто это тут у нас? В этом рту слишком мало места для нас двоих. Хочешь войны? Погнали. Это все? Бам! Да что с ним такое? Он у меня получит. Ха-ха! Вонь, исчезни! А? Нет, пожалуйста! Сработало! Свежо, как на альпийском лугу. Ну что, так-то лучше. Спагетти пахнут просто божественно. Но кое-чего не хватает. Сыра, конечно. Эй, что здесь происходит? Это еще зачем? О, щекотно! Много мне не надо. Хотя... там уже и так достаточно. Еще немножко. Или не немножко. Эй, хватит! За что ты со мной так? Ну все, теперь я довольна. А я нет. Осталось всего ничего. Обожаю сыр, что тут скажешь? Вам когда-нибудь казалось, будто диета связала вас по рукам и ногам? Теперь и она узнает, каково это. Ты не против, если я перекушу? Все-таки сегодня последний день моей диеты. О, нет, пожалуйста! Наконец-то можно есть все, что захочется. А, слышишь это? О, нет, я еще не закончила. Добро пожаловать домой, шоколадная паста. Я так по тебе скучала. Ты готова, диета? О, сахар! Ну что, ты уже разозлилась, диета? А, да чего же скучно. Еще и жвачка стала невкусной. Прилеплю ее вот сюда. Вау, тут совсем другой мир. Эй, привет! Я твоя новая соседка. Привет! Добро пожаловать под стол. О, там тоже есть кто-то. Привет! Я тут давно живу. Оказывается, нас здесь так много. И тут очень даже неплохо. Всем привет! Очень рада знакомству. О нет, сидим тихо. Я точно слышал, как тут кто-то говорил. Ах, чуть не попались. Продолжаем вечеринку. Салат почти готов. Ух, настало время для встряски. Желаю повеселиться, соль. Оу, это всегда так весело. Ух ты! Я стала легче! Удачи, перец! Вот так! Отдаю всю мою остроту!
Думаю, хватит. Это было здорово. Даже на вид очень вкусно. Пора мне его попробовать. Слишком пресный. Нужно больше приправ. Вау! Кажется, мы снова в деле. Похоже, она настроена серьезно. Ох, какой отличный денек! Меня столько трясли! Окей, попробуем еще раз. Вот так гораздо лучше. О, оно уходит. Пока-пока! Мы будем скучать.